Вы смотрите передачу «Московские железнодорожные платформы», а мы продолжаем знакомиться с платформами и станциями Курского направления. И сегодня платформа Перерва. Вот она перед нами как раз. Вот, и вот это один из выходов. Тут такой еще демократичный выход, не огороженный. Можно спокойно перейти железную дорогу и выйти, собственно, с платформы на Иловайскую улицу. Ну, на Иловайскую, но по сути дела, это проход к Шоссейной улице. Там она проходит, Иловайская, там буквально небольшой участочек маленький. Там из-под моста и туда дальше вот за него сразу идет Шоссейная, потом Батюнинская улица, Новобатюнинская. Ну и Курьяновский, район Курьянова в ту сторону. Видите, тут прямо по переходу можно перейти спокойно. И вот это мотор-вагонное депо, где электрички отстаиваются, ремонтируются отчасти. Ну, такая вот система. Ну, а здесь вот это вот, видите, стоит товарный состав. Это, соответственно, станция Люблино сортировочная. Вот. О которой я уже тоже рассказывал много. И которая... которая, собственно, окружает вот эту платформу Перерва. И, собственно говоря, вот эта платформа Перерва, она, которая совершенно непонятно, почему называется станция, сейчас назвали ее. Ну, назвать можно все, что угодно, да, то есть абрикос, сказать, он ананас, там, ну, и все, что угодно, да. Но, на самом деле, конечно, никакой станции она не является. Я, в принципе, мог бы целую лекцию прочитать по поводу того, чем отличается платформа от станции. Ну, может быть, даже имеет смысл это когда-нибудь сделать в какой-то момент. Но не сегодня, конечно. Вот, ну, в общем, зачем-то назвали ее станцией, хотя, по сути, она как была, так и остается платформой. И находится она именно в границах, как раз большой товарной железнодорожной станции Люблино-сортировочная. Вот, это большая станция, она включает в себя, ну, по сути дела, почти 4 станции. Ну, так, если формально взять 3, да, то есть это Люблино, собственно, которое сейчас Кубанское тоже зачем-то назвали, переименовали. Это депо, в прошлый раз мы там были, и вот это Перерво. Это вот 3 такие платформы, они входят в границы вот как раз станции Люблино-сортировочная. Вот, но, по сути, она идет почти до текстильщиков, то есть тоже там, в общем-то, границы ее проходят. Ну, и с этой стороны она идет фактически до Москва-Речи. Вот, такая станция, видите, здесь с одной стороны находится вот этот вот мотор-вагонный депо Перерва. Я вот в прошлый раз говорил, да, что, так сказать, станция депо, она, там имеется в виду локомотивное депо и вагоноремонтное депо. То есть не, там, там, где отстаиваются, ремонтируются именно локомотивы, да, то есть тепловозы, ЧМЭЗы в основном, ну и так далее. Ну и, соответственно, вагоны ремонтируются, то есть там как бы 2 депо. А электрички, они, собственно говоря... ремонтируется вот здесь, на Перерве. И вот действительно, вот, я, вот теперь мы видим вот это вот длинное такое вот это мотор-вагонное депо, собственно, в котором вот эти электрички, они тут отстаиваются, ремонтируются. Видите, то есть получается, тут вот фактически 3 депо, да, то есть вот 2 находятся на, собственно говоря, платформе депо. То есть, ну... локомотивные вагоны ремонтные. Ну а третье вот находится здесь, вот на, именно около, там непосредственно около платформы Перерва. Итак, с одной стороны, вот это депо, и за ним находится Шоссейная улица, и там чуть подальше находится Курьянова, да. Ну и, собственно, соответственно, это все район Печатники. Ну а с этой стороны находится железнодорожная станция Люблино-сортировочная, и за ней находится район Марьино. Вот это все Юго-Восточный административный округ. То есть это и Печатники административный округ, Юго-Восточный, и Марьино тоже. То есть, вот если Люблино и депо там находились, соответственно, район Люблино, то здесь вот уже район Марьино, вот, вот, около платформы Перерва. Вот, МЦД-2, Курско-Рижский диаметр.
То есть это электрички Подольск-Нахабино. Вот. Ну и платформа эта старая. Открыта она еще была до революции 17-го года, если быть точнее, в 1894 году. Ну, то есть, получается, этой платформе уже больше 120 лет. Ну, 126, если уж совсем быть точным, да? То есть, получается, даже раньше еще вот этой вот сортировочной станции Люблино грузовой. Ну, и даже какое-то время она была конечной для электричек до 2007 года. Из Нахабино сюда вот приезжали электрички некоторые. Ну, их немного было, но все-таки были. Вот, на ту платформу. И, соответственно, прям, можно сказать, прямо в депо отправлялись в это вот мотор-вагонное. Ну, а потом их продлили уже до Подольска. И теперь эта станция просто промежуточная. То есть здесь конечная, она уже не является больше 10 лет. Вот, как видим, тут две платформы. Вот ту, по которой сейчас это видим, да, это, соответственно, на Москву, да, в сторону вокзала и дальше туда, на Рижский диаметр. Ну, а та платформа, вот противоположная как раз, где депо находится, это, соответственно, в сторону Московской области, то есть на Подольск. Ну, туда Москворечье, Царицыно и так далее, в сторону области. Высокие, видите, платформы боковые. Вот, ну, немножечко уже, видите, их приводит в соответствие с МЦД. И, кстати, вот. Там всегда вот отстаивается много путей, много поездов. И, кстати, мне стало известно, что с завтрашнего дня эта платформа закрывается. Закрывается на реконструкцию. Вот, то есть так получилось, что, наверное, это сегодня последний день работы этой платформы перерыва. Вот, и завтра уже, может быть, даже все, электрички на ней останавливаться перестанут. Ну, конечно, на какое-то время, потом, наверное, после реконструкции она откроется. Тут хотят сделать конкурс, все платформы заново сделать. Ну, вот как сейчас это на МЦД, да, как бы сказать, эскалаторы, лифты сделают. Вот в этом конкурсе, то есть такое, как бы, все это современное сделают, да, новые платформы, как сейчас везде это на всех направлениях, в общем-то, происходит. Вот, так что все, наверное, где-то на год, а может даже и больше, эту платформу, наверное, будут выводить из эксплуатации. Дело в том, что завтра открывается платформа Курьянова, новая платформа. Я ее тоже показывал, но она еще тогда только строилась. Вот, она на Шоссейной улице, там вот, как раз между Перервой и Москворечье. Ну, очевидно, откроют вот эту Курьянова и закроют вот эту платформу. Вот, так что... Вот, наверное, может, видим ее в последний раз именно в том виде, как вот сейчас, в современном виде, да? Ну, здесь вот, я говорю, всегда отстаивается много составов на этой сортировочной станции Люблино. Формируется, отстаивается. Вот. Вот видите, такая фирменная рассветка. Тут МЦДшная сделали все эти названия. Навесы. Ну, а это еще вот старый остался навес еще от былой платформы Перерва. Вот, кстати, интересно, что вот только с этой стороны находятся билетные кассы, а с той стороны, вон, видите, там находятся билетные автоматы. То есть тоже билеты можно купить, но только через автомат. А здесь вот находятся кассы. Ну, и, соответственно, турникетов, как мы видим, здесь нету. Ну, потому что платформа, она такая довольно немноголюдная. Здесь в основном раньше промзона находилась. Ну, формально она сейчас там находится, вот с той стороны, да, вот называется Люблино-Перерва. Промзона. Я, кстати, о ней недавно рассказывал. Ну, по сути, она уже там почти ничего не работает. Я об этом тоже говорил. То есть она уже во многом бывшая, но там единственное, жилых домов практически нет вот с той стороны. Ну, то есть, вернее, они есть, но там до них довольно далеко идти. Там через Алавайскую, нижние поля и вот туда уже дальше. Ну, а с той стороны, в принципе, там тоже домов не так много. Тоже фактически промзона во многом находится. Курьяновская. Вот. Ну, единственное, вот там в Курьянове, ну, там сейчас вот тоже строится как раз платформа, вот она перед жилыми домами находится. А здесь все-таки от жилых домов тоже довольно далеко, около 500 метров. Ну, и, в общем, народу здесь действительно не очень много, поэтому, в принципе, турникетов и нету никаких тут как-то.
этой платформе. Ну, сделают, конечно. Конечно, если после реконструкции все это, конечно, сделают. Это даже вне всяких сомнений. Вот. Ну, а пока вот эти столбики, там, которые надо гасить билеты, то есть, когда, если, в принципе, у кого там тройка, какие-то всякие там социальные карты, да, ну, надо вот, соответственно, гасить стрелка, да, ну, вот эти все билеты, вот их надо гасить, чтобы потом не заблокировали карту. Ну, и сейчас давайте сходим, собственно, на мост, оттуда посмотрим виды, какие открываются. Вот, ну и тогда уже продолжим за рабочим столом, так сказать, в кабинетной обстановке рассказ об этой платформе. Ну, кстати, название Перерва, оно связано с Москвой-рекой, которая здесь неподалеку протекает. Вот, ну и говорят, что она во время одного из половодий, когда-то еще давно, в древности там, где-то в 14-м, что ли, веке, или даже чуть попозже где-то, ну, где-то так. Она как бы изменила свое направление, резко повернула в этом примерно месте, да, вот в этой местности, в сторону Коломенского. Вот. То есть изменила свое течение, да, направление. Ну, и, соответственно, потекла по другому руслу. Ну, вот. И вот тут около этой местности, соответственно, возникла Перервенская слобода, которая относилась к монастырю Николу Перервенскому. Ну, кстати, и монастырь тоже. Ну, не Никола, это в смысле в честь Николая Чудотворца. Ну, а Перервенский именно вот в честь вот этой местности. И вот отсюда как раз с платформы его хорошо будет видно, сейчас покажу. Ну, да, он немножко все-таки далеко, где-то, наверное, метров примерно 400-500 до него, вон, это как раз этот монастырь. Ну, бывший, кстати, монастырь, он пока еще до сих пор не открылся заново. Вот, то есть он не возобновлена в нем монастырская жизнь. Вот, так что бывший фактически монастырь, ну, так как-то в народе его как называли, так и называют монастырь. Вот там, кстати, женская трудовая колония. Вот, СИЗО. Именно женская. Ну и вот за ним как раз монастырь видно. Ну, я думаю, что это никак не связано. Просто, ну, так уж получилось, да, такое соседство. Вот. И монастыря, то есть исправительной, так сказать, колонии. Что-то такое, да, совместно. То есть, как бы покаяние там и там происходит. Но только там монашеское, а тут мирское. Ну, в общем, там каждый может даже пофантазировать, как может. Вот видите, вот отстаивается как раз электричка. Вот это как раз часть вот этого мотор-вагонного депо Перерва. Оно так называется, Перерва. Ну, вот оно, видите, предназначено для электричек. В отличие от платформы депо, где там все для грузовых составов, то здесь вот наоборот для электричек. Вот она как раз платформа Перерва во всей красе. Видите, она только лишь часть вот этой станции занимает. Люблино-сортировочная. Вот видите, большая станция, и вот только лишь небольшие границы, это платформа Перерва. Так что это, конечно, никакая не станция. Станцию ее назвали в конце прошлого года, 19-го, когда она вошла в состав МЦД-2 диаметра. Ну и тогда все платформы, которые находились, вошли вот в состав этого диаметра, ну, равно как и в состав первого диаметра, Белорусско-Савеловского, их переименовали в станции. Присвоили статус станции. Ну, это, опять же говорю, достаточно странное решение. Ну вот видите, тут идет отстой формирования составов, там вот управление, ну, главное управление происходит со стороны там платформы депо, где находится, ну, и Люблино тоже, там где находится руководство, собственно, от этой станции Люблино сортировочное, ну и такие главные пост централизации. Ну, здесь тоже, как мы видим, довольно несколько вот находится служебных строений, довольно много путей. Видите, здесь они потихонечку уже сужаются, потому что станция там заканчивается, как раз вот около железнодорожного моста, неподалеку от него, туда вот в сторону Москва-речи. Поэтому все, здесь уже фактически почти граница вот этой станции Люблино-сортировочная. Ну а туда вот идет проход, куда мы идем, в сторону района Марьино и промзоны Люблино-Перерва. Проход как раз к Иловайской улице, там единственная улица, это Иловайская. Ну и дальше туда, вот буквально недалеко от нее, находится улица Нижние Поля. Вот.
Тоже вот, наверное, не хватило места в депо мотор-вагонном Перерва, и решили вот здесь тоже отстаивать электричку. Вот, ну, электрички, конечно, разные здесь были. Кстати, депо это работает с 38 года, когда здесь еще было Подмосковье. Его построили, вот это вот депо. Видите, какое большое, его даже трудно объять глазом. Да, и вот с тех пор, ну, электрички, конечно, разные были здесь. Ну, и платформа, конечно, она вид имела разный, это понятно. Но в целом, вот она как была по обслуживанию электричек, так она, в принципе, остается. Ну, вот всякие пути, горки сортировочные, то есть тут много всего, в принципе, для железнодорожников. Вот она такая вот большая станция. Ну, там вот платформа депо, чуть подальше, где вот мы были. А там шоссейная улица проходит. А вот еще станция продолжается, вот здесь, видите, тоже за этими служебными железнодорожными строениями. Тоже продолжается, видите, вот стоят с углем составы, смотрю тут. Ну, разная продукция. Вот, разная продукция. Так, это уголь, там что-то еще закрыто, может, какие-то сыпучие материалы. Вот, печка в сторону, так. Вот там раньше находился Люблинский литейно-механический завод знаменитый, который, ну, фактически протянулся там, большую территорию занимал там вот между станциями Люблино и как раз вот этой Перервой. И работал он более 80 лет, с 33 года по 2014 год. Ну вот, в 14-м его закрыли, и там сейчас идет строительство, видите, вот эти вот корпуса поднимаются, это новый жилой комплекс строится, Люблинский парк. Его строит компания ПИК знаменитая. Вот там огромная территория, действительно большая, весь завод застраивается, там уже все здания, их долго сносили, несколько лет, но сейчас их вроде уже все снесли, я имею в виду производственные вот этого завода. Ну и сейчас там строится около 20 жилых домов. Целый огромный большой комплекс на большой территории, начали его застраивать уже где-то около 2 лет назад, по-моему, с 18 года. Вот, а может даже с конца 17-го, ну где-то так вот. Ну и хотят, поскольку комплекс большой, видите, там уже что-то построено, дома, и там дома высотные, там где-то от 17 до 22 этажей, может даже и повыше будут дома, ну вот. И хотят его застроить где-то к 2023 году полностью, ну видите, работы много, то есть еще, так сказать, работать и работать. Вот, такие дела, видите, какая большая станция. Ну, а с той стороны находился радиозавод, там вот где Подольская улица, там чуть-чуть подальше, здесь не видно, правда, за зеленью, вот там вот, чуть-чуть вот туда подальше, ближе к железнодорожному мосту, вот, и там сейчас строится, уже заканчивается строительство еще одного жилого комплекса, домашний называется, тоже такой многоэтажный комплекс, такой типичный человейник, где буквально окна в окна, дом в дом, то есть там очень маленькие пространства между домами, ну а там территория не такая большая, как здесь вот на Люблинском парке, но здесь, кстати, тоже дома очень близко находятся друг к другу, вот такая ситуация. Ну и там уже, в принципе, все подходит к концу, даже какие-то дома уже сданы, в принципе, в домашнем, ну вот, в жилом комплексе еще в прошлом году, по-моему, сдали, даже не один дом, по-моему, сдали. Ну, там тоже еще работы идут, конечно, но уже близко к завершению. Кстати, он, видите, там стоит какой-то раритет, старый вагончик еще какой-то, тут, когда еще тут все было. Еще старые были составы, наверное, как типа музейчик небольшой, ну вот этот тут составы все время стоят. Вот выходные дни тут почти без движения, а в будни работа кипит, все формируется, конечно. Ну, выходные тоже частично, и как что-то есть, конечно, но не так просто бурно, как в рабочие дни. Ну, вот такая ситуация. Ну, что-то мелкое тут еще где-то в этой промзоне немножко работает, конечно. Но в основном уже все, такие главные заводы, и, конечно, самый главный, это Люблинский литейно-механический завод. Литейно-механический завод, его, к сожалению, ликвидировали. Именно к сожалению, потому что завод хороший был. Кстати, не так давно был модернизирован перед ликвидацией. То есть его только что переоснастили. И вот, пожалуйста. Такие были большие планы, руководство. Все там хотели что-то чуть не на мировой уровень выйти. Ну и вот вышли, да. То есть взяли и закрыли. Но видно, хорошие, видно, деньги предложили. Вот такая большая станция, видите, как она. Значит, это. Вот, можно сказать, здесь идет начало, да, граница. И вот туда прям вот. Аж до шоссейной улицы. То есть это все вот одна станция. Люблино сортировочная. И маленький вон клочочек занимает только платформу Перерва. Так что вот вам, пожалуйста.
по сравнению со станцией, да, вот эта огромная станция, да, и вот только там, около депо, чуть-чуть платформа, вот. Ну, и вот она, Иловайская улица, собственно. Вот здесь конечная остановка некоторых автобусов, вот. Ну, и вот там компания «Меньшевик» была, где там директор стрелял, там какая-то ЧП было, да, помните? У него какие-то проблемы там были, ну, разборки, короче, криминальные. Вот, потом эту фабрику вроде ликвидировали. Еще фабрика значков есть, «Спортзнак», тоже тут неподалеку, вроде пока работает. Ну, тут склады «Диметра» вот есть, как раз небольшие, туда до улицы Нижние Поля. Ну, склады. Ну, то есть что-то, конечно, работает, но, в общем, очень мало что работает. В основном, в принципе, тут уже все почти закрыто. Ну вот, ну что, еще разочек пройдемся. Вот видите, тоже большой пешеходный мост, вот, который через всю вот эту станцию проходит, Люблино. Сортировочная. И вот соединяет, собственно, два района. Вот это Марьино и Печатники. Ну и немножко, еще разочек по нему пройдемся уже в сторону Печатников, к Шоссейной улице. Там хочу показать вырубку деревьев. Не так давно прошла под юго-восточную хорду. Ну и так вот еще раз посмотрим на эту станцию, платформу Перерова. Ну, электрички, конечно, стали ходить и довольно намного чаще. Видите, постоянно они отправляются. Раньше здесь довольно часто перерывы были. Можно было по 2 часа ждать электричку на этой платформе. Ну, а сейчас вот, когда МЦД запустили, я считаю, конечно, самый главный плюс этого МЦД, это именно то, что очень часто стали ездить электрички. Это самое главное. Все остальное, ну, это, мне кажется, это ерунда все. Какие-то другие плюшки, типа там пересадки, там еще что-то. Ну, тут так, что-то есть, какие-то подвижки, но не очень заметные. Притом там тоже не все однозначно. То есть где-то пересадку делают, но зато другим людям хуже становится. То есть, ну, не все так однозначно, скажем так. В смысле комфортности, да, примерно как было, так и есть. То есть сами по себе поезда, они, в общем-то, и Волга там их сильно пиарили, да, что они такие крутые, там все комфортно. Да не, ну, я бы не сказал. Примерно так же, как было, примерно так и осталось. Особо комфорта я не ощутил в этих поездах. И сиденья примерно такие же, и все. Не знаю. Как-то мне кажется, что в этом отношении мало что изменилось. Ну вот в плане чистоты, конечно, поездок. То есть вот эти окна отменили, слава богу. Дневные, когда там по три часа иногда можно было ждать. Вот тоже, кстати, видите, там отстой идет электричек. Вот, а вдали стоят они. И там тоже идет отстой. Ну, электричек-то много, а депо не справляется, наверное, с ним. Вот. Ну, раньше здесь все, конечно, было чуть поскромнее, но сейчас еще пока все совершенствуется, конечно. Вот. Ну, хотя, так сказать, вот, в принципе, еще платформа, конечно, она примерно похожа на ту, которая, в общем-то, была даже 100 лет назад. А вот когда уже, если ее закроют, она откроется после реконструкции, вот это уже, конечно, будет, наверное, тут турники это, все опять оградят огромными заборами, там, 3-метровыми, наверное, высоты. Ну, вот это уже, да, это уже будет, наверное, действительно большая новация. Ну, вот еще раз посмотрим на платформу Перервой, может, в каком-то смысле с ней попрощаемся, по крайней мере, в том виде, в котором она есть. Вот, и будем ждать новой платформы, обновленной, когда она откроется. Видите, кстати, тут какие-то пути, по-моему, разобрали, вот были здесь. Ну, вот этот состав отстаивается. А тут еще продолжение идет, видите, какой мост большой, это еще продолжение. Вот там станция скорой помощи, но она уже на Шоссейной улице находится. Вот. Там все вот перекопали, это как раз вот именно под юго-восточную хорду. Ну, видите, вот можно свободно войти, никаких турникетов, все спокойно, свободно. Вот еще раз, эта платформа, это вот в сторону области поезда здесь ездит. Вот, и вот это прям тут за небольшим заборчиком идет вот это мотор-вагонное депо, и вот непосредственно идет проход сюда, к Шоссейной улице. Вот. Ну, раньше старые электрички были. Вот, кстати, видите, служебный проход, но это только для сотрудников депо. Видите, по служебному строению, там вон будочка стоит. Но сегодня не работает, а так, наверное, в рабочие дни работает. Вот. Так что прям непосредственно люди попадают сюда. Вот сотрудники прям по мосту и сюда, на работу. А вот, кстати, старая электричка, раньше вот такие ездили. Видите, как раритет тоже стоит. Вот это такая
зелененькие, зеленые вагончики. Потом их стали красить вот в такие, в серо-красные цвета. Вот, ну, вот такие вот раньше же от Рижского завода, на Рижском заводе только электрички-то производились. А сейчас тут в основном с Демьяновского завода машиностроительного, который в Подмосковье находится. Тут электрички в основном поступают оттуда на сегодняшний день, вот эти как раз. То есть уже российского производства. Раньше был, ну, во времена Союза, там были с Рижского. Ну вот тут все, вот видите, территория, как раз депо. Вот она. И вот она, шоссейная улица как раз. Вот еще раз посмотрим на станцию. И на платформу. Все вместе. Все. Ну и вторая часть, продолжение, как обычно, ближайшей передачи на следующей неделе, в четверг, передача «Москва железнодорожная».